Сегодня 9 апреля. Посев ячменя румом и заделка его рубином. Сегодня 10 мая, поле, ячмень, посеянный румом, разбрасывателем или распределителем удобрений. В целом достаточно хорошо, хотя вроде бы так есть пространство между растениями, но это не критично, здесь все в итоге будет закрыто. Это ячмень. Что здесь приятно, что здесь очень такое мощное кущение. То есть вот одно растение уже 4 стебля. Возможно, что даже не 4, а уже 5. 5-6. Даже, наверное, 6. Так, 1, 2, 3, 4. Здесь 3. 3. Три. Так, а здесь, наверное, все же 1, 2, 3, 4. И вот пятый, маленький. Стебелек. То есть вот так себе ячмень ведет. На данный момент посеянный. Ну, относительно рано достаточно посеянный. Есть прям вообще мощные стебли. То есть мощные растения. Вот. Может быть, просто так совпало, да. Так совпало. Ну и здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 стеблей. А, 4, 4. Ну, ячмень всегда хорошо кустится, особенно если у него есть время, если он рано посеян, если прохладная погода, то есть если с питанием все неплохо. Есть влага, то есть ячмень пустится, закрывает все пространство между рядами. Ну и здесь тоже захватывает участки посвободнее, именно стеблестоем. Вот такой вот ячмень. Посеянный распределителем удобрений. Предшественник люцерна. Основная обработка вспашка. Здесь почвы такие, они супесчаные. Присутствует песок. Люцерна, вспашка, ну, естественно, выравнивание дисковыми агрегатами, разбрасывание румом
Кверналенд. И заделка рубином и прикатывание. Такая вот схема.